смотрите. Вот, вор. Йод, кислород. Ах, бедняги. Ломоносов, блин. Выпуск 2016. Они вместо того, чтобы написать здесь, на войну не ходить, не ходите на войну, вас призовут милитаристская пропаганда, антивар пропаганда. Они написали просто список тех, кого призовут на войну и кто подохнет. Ну, точнее, только мужчин, конечно, призовут. В России только мужчин призывают на войну. Два, два. Что за фигня? Там, короче, из родителей этих двух. Жесткие такие. Смотри, короче, символ совы и вот этот вот Эйнштейн, показывающий язык. Смотри. Не получается задать вопрос. Видите, какие неприветливые люди. Вот в Таиланде они бы приветливые были, а здесь, ну, такая культура. Да в любом мире приветливые бы люди, не знаю. Но, правда, там с тебя деньги сдерут такие, что ты бомжом останешься просто. В России тебя депортируют. Ой, смотрите, вот это не вандализм, вот это не вандализм, вот это не вандализм. Это элитная школа города, самая элитная школа города. Здесь самые офигевшие мажоры. Сын мента, горделивый, который считает себя сверхчеловеком, учился в этой школе. Смотрите, это самая великая школа. И посмотрите, это что такое? Ну, это, наверное, Виман, а не какая-то летающая тарелка так. Входа нет. Смотрите, какая великая школа. Какая гениальная. Смотрите, зато установили камеру наблюдения. Смотрите. А вон луна. Смотрите, зато установили камеру наблюдения. Представляете? Какой прогресс. Вон, смотрите. Камеру наблюдения установили, а там, смотрите, что. Как будто зомби-апокалипсис. Вот, похоже на фильмы про зомби-апокалипсис. Вон, смотрите, какая красивая конструкция, словно производящая нежить. Эти прекрасные. Вон там офигенные стены, деревья прекрасные, ну, кусты эти прекрасные, прям радует глаз. Офигенная школа, да? Самая элитная школа, самая элитная в городе. Здесь выходит элита, это я без сарказма говорю. Они, знаешь, надменно относятся к простым людям. Ну, не все. Смотри, везде камеры наблюдения, а вот дорогу они построить не могут. Вон флаг. Горделье вывезли. Ой-ой-ой.